Анна Львовна обронила. Вот, барынька. Михаил Павлович, Анна Львовна, это я, Дуся. Михаил Павлович! Останки блудницы, пара гнедых еле-еле. Анна Львовна, я тут вашу вещичку. Это и не вам, товарищ полковник. Алло, плохо слышно? Да откуда я вам опытных сын скорее возьму? Если и были, так все там, война-то еще не кончилась, товарищ Красихин. Да у меня рота саперов работает, они-то что в этой ситуации? Что козец бруя? Виноват. Особисты доморощенные и те шлют, уголовщину мол. Да ты факты в телефонограмме посмотри, полковник. Ты хоть кого-нибудь пришли, умоляю, хоть кого-нибудь пришли. Ну нельзя, чтобы люди опять к крови привыкали. А шмотки вроде все на месте расстались. Мы тут праздник городской наметили за столько-то лет, первый раз. А тут такое. Да. Да. Спасибо. Спасибо, товарищ Красихин. Ага. Будем ждать. Так точно. Лучше бы я в шее в окопах кормил. Смешной русский язык, да нет. Противоположные, по сути, слова, смысл ясен. Что тогда, Красихин? Вопрос. Я понял. Надо кого-то послать. Надо, конечно. Кого? Этого. Майора из группы конфискации, ну ты его знаешь. Невысокий такой, холеный, залысинами. И глаза всегда стоячие. Майор Женин? Во-во. Женин. Но, насколько я знаю, он не из нашей волны. Хитрая тварь со странными замашками. Уцелел во всех четырех чистках. Кому-то удается. Просто полукровка. Сытая кабинетная крыса, которой достаточно бумаг для анализа. Он не посвящен суть процесса и не знает себя. Как и многие подобные. Но хозяин запросил личные дела именно таких. Незаметных, тихих, выживших в передрягах. 17 личных дел, безвестных из среднего звена. Звоночек звякнул. А если этот Женин узнает себя? Там, в городке, никем, ничем не ограниченный, сорвется с цепи. Это и есть цель. Чем хуже, тем лучше. Сорвавшийся с цепи маленький майор должен дискредитировать все звено. Они наша смена. Один крысеныш в погонах вместо тебя, полковник, другой вместо меня. Это будет очередная грандиозная послевоенная смена декораций. Сколько можно? Исходя из его природы до бесконечности, поэтому старт майоришек должен оказаться фальшивым. Швырнуть на президиум факты. Вот, вот, вот!
Нужна не просто подстава. Нужен прецедент с масштабным внутренним расследованием. С настоящими свидетелями, с раскруткой дела. Чтобы рухнула стопка из 17 досье на столе у большого затейника. И тогда наступит наше время. Я командирую названного вами майора. Нужен его срыв. Нужна дикость. Под присмотром? Разумеется. Нужно любой ценой спровоцировать его, чтобы вытащить все его дерьмо наружу. Началась партия на вышибание из городка. Партия, как здесь говорят, в лапту. И усы сбрей. Не модно уже. Чего ты мучаешься? Вон, Геннадий Яковлевич, чем тебе не жених? Смотри, как вы каблучивые. Мужчин в том цапле. Да там уже давно гвоздик доску забит. И с той стороны загнут. Ой, на тебя не угодишь. Евгений Анатольевич тоже тебе не по сердцу. Вот сама его и забирает. Берлин, от меня поклон. А ты здесь, с барышнями. На все в картошку. Договорились? Давай.
Чич! Ну, где ты ходишь? А что хмурый такой? Зарплаты недоволен. Тебе вон хорошо в норе отлеживаться. А ты у нас сутками на ногах. Да мне ж здесь каждая собака признать готова. А лошади навстречу головой не кивают? Есенин ты мой. Ну не смешно. Не смешно. Я вчера вон на рынке чуть было нос к носу не столкнулся с молочницей профессорской. Слава богу, за палатку успел заскочить. А что молочница? Ну вдруг видела, как мы выходили. Она ж почти следом объявилась. Ну так убери молочницу. От греха. Весь город-то не уберешь. Рука устань. Что? Добрый. Спрячь меня. Я тебе очень прошу. Боишься? Я боюсь. Я вот каждым кусочком своего тела боюсь. Зачем судьбу-то испытывать? А зря трясешься. Какие к тебе претензии? Ты народ. От голода спасал оккупацию. Брал золотишко, камушки, отдавал хлебом, консервами. На медаль можешь претендовать. За доблестный труд в тылу врага. Да ладно тебе, Паша. Чичик, Чичик. Гастроль заканчивается. Веди к последнему клиенту. Один то здесь остался батюшка нераспотрошенным, а дальше Паша. Москва столица. Объятия родимой сестренки. Чистый паспорт, белый пароход, Париж. Эх, Паша. Жизнь только начинается, а ты скулишь. А сестра у тебя в Москве, она крепко сидит? Нормально. Нормально, Паш. С головой женщина, за большим человеком замужем. Ну давай, давай, двинули. Паша! Чё? Только без суеты и соплей. Угу. Растеялся все-таки курю, так? Да некогда было. Вот, проверяю, цела ли заначка. Ну, здравствуй, дядь Леша. Здорово. Здорово. А я еще позапрошлом годе нащупал твой клад, но бабам ни слова. Вдруг, думаю, Федька явится курцом, а Беломорчики вспомнит, а папироски нет. Неудобно, думаю, получится. Всякую дрянь курили, а заначку ни-ни. Считай, все 17 папиросочек побывали в оккупации и вот уцелели. Держи тогда сохраненный, держи. Спасибо. Вот теперь другое дело. Ну-ка. Эх. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ух. Пересохли черти. Сыплется и совсем легкими кажется. А где все? Да бабы с утра вырядились и на танцульке в парк. У нас вроде сегодня как праздник. Первый выходной за полгода. Эй, Люська, малая, слышь? Будет когда-нибудь в этом доме покой или нет? Да чего вы орете-то, дядь Леш? Юрика укладываю, а вы орете, как на пожаре. Ну ладно, не стервозься. Не стервозься. Ты лучше посмотри, кто здесь. Ну, да, узнаешь? Да некогда мне узнавать. Дядь Федя! Уж и дядя сразу, а? Привет, Люсь! Ой. Да ничего, ничего. Легко отделался. Ой, я тогда в парк побегу, нашим скажу. Они ж убьют, если я не скажу. Угу. Мать плакать будет, водку пить. Держите, дядь Леш. Давай, давай, давай. Я быстро, я мигом. Невеста совсем. Невеста. Вот наденыша воспитывает. Когда из эвакуации с Клавдией возвращались, вот подобрали где-то. Я уж просил Зинаиде моей отдать. Так ведь нет, ни в какую. Живем, а, Карапуз?
Живем, живем, живем. Да, живем. Да, слушай, Федька, ты же, наверное, голодный с дороги-то. А ну-ка, держи карапуза, а я чай заварю. Держи-ка. Так. Котик. Так вот, держи. Котик. Правда, чай-то нынче? Что касторг с похмелья. Вот. У моей Зинаиды муженек на Волге лег. Недели после свадьбы не побыли вместе. Эх, жалко дочку. Порожнее осталось, а то бы тоже своего внучка нянчил. И твои вот тоже. Как в цех ушли, так обоих одной бомбой накрыло. Бомбили нас тогда шибко. Да я знаю, знаю. Ключи от комнаты у кого? Так там же отпер-то. Там же дядька твой поселился. Один, говорит, оставаться не может. Евгений Анатольевич? Ну? Чудак твой, Евгений Анатольевич. Он немножко того. Да? Сдвинулся, ну. Но серьезно не едет. Раньше ты не часто к нам заглядывал. Образование тебе не позволяло. Теперь позволяет? Прости. Феденька, мальчик мой, все, что было раньше, теперь не имеет никакого значения. Все мы как бы другие. Да-да. Все люди, весь мир. Согласись, а? Раньше-то вот меня никто никогда не подкармливал. Ни соседи, ни племянник. А вот теперь, извольте, кушаю. И только теперь я понял, зачем стоит жить. 39 дней был в заложниках гестапо и понял. Только это великая тайна, Федя. Я тебе ее потом открою, да. Преподавать-то в институте мне теперь не дадут. Попасть к немцам – плохой проступок. За это наказывают. Да. Депеша пришла из Москвы. Приказано отдыхать. Но оно и… Кстати. Надо все подытожить. Привести в систему. Вот. Да. Я-то сам не выхожу. Попрошу тебя или отца твоего зайти на почту, отбить телеграмму, ответную ректору. Мол, как приказано, отдыхай. Александру ведь легко по пути на завод. Папа погиб, дядя, под бомбежкой вместе с матерью. И завод разрушен. Ты не помнишь? Да. Да. Правильно. О, какая досада. Продукт надо экономить. Да, нет. Надо поставить его в шкаф. Да-да, в шкаф. Ты бы форму немецкую не надевал бы, а? После отца много одежды осталось. Да что ты, мальчик. Вещь теплая, надежная. Федя, а ты был? Дядя, здесь на полке книга стояла. «Капитан Сорвиголова» называется. Ты ее брал? «Капитан Сорвиголова»? Брал.
Разумеется, брал. Да, вот. Сейчас. Вот. 27 марта сего года я растапливал им печку. Хорошая книга, с иллюстрациями. Горело хорошо. Понятно. Ни книг, ни мебели. Лёшка, куда вперёд-то? Вовсе одёрни дочку! Лёшка, Зойка молится! Зойка, кому говорят! Зин, чё дают? Где дают? Чего дают? Ну, товары, вы ж бежите! Ну, бежим! Значит, товар. Какой товар? Мужик вернулся! Чей? Общий! Квартирный мужик! Целый хоть! Без пальцев, Люська говорит! Ага, культя в черной перчатке вместо руки! Остальное-то все на месте! Не проверяли еще! А что пальцы? Пальцы ерунда! Люся, ты что пристроил? Куда бежишь? С вами бегу! Отстань! Отстань, ты посторонняя! А что ж мне теперь и на мужика посмотреть нельзя? Нельзя, нас так двое! Трое, Синка, трое! Дядя, ты знаешь? Ну, а клиенты-то ваши, они состоятельными были, тетенька? Кто-кто? Семья профессорская, я спрашиваю, они состоятельными были? Так это сливки заказывали и случалось. Угу. Ну, а так, Анна Львовна, она, конечно, любила пофорсить, украшалась. Чем? Я хотела... Ну-ну! Говорите! А то за укрывательство в наше время, ой, как пострадать можно, тетенька. А чего укрывать-то, милый? Вы сказали, что Анна Львовна любила украшаться. Сережечки, колечки, брошки, иные безделушки. Так не знаю я их не безделушек-то. Откуда мне знать? И что, вправду ничего не знаете, ничего не видели? Так Бог все видит, а я нет. Ну, Бог-то он все видит. А вы, значит, ничего мне добавить не можете к тому, что видел Бог? Мне нечего. Может, запутались, тетенька? Где? Нигде, а в чем? Ну, если не видели, не знаете, не брали. Какие уж могут быть претензии? Пропуск. Подписаны. Будильник этот он напрасно завел. Вон такси его персональное стоит. Да куда ж вы, батюшка? Неурочное время звонить, совсем неурочное. Народ только перепугайте. Отстань. Для тебя ж на такой высоту и карабкался. А чё для меня? Да мне ещё подрясники дошивать надо. А, да не убегут твои подрясники. Машутка, ты лучше поучись-ка верёвочки перехватывать. Ради такого праздника душа звона просит, неуставного. Берись-ка, Машутка.
и всплесни потихонечку в самый верхний голосок. И чё бы мне плясать на танцах в парке? Да уж, теперь ему уже просто кот наплакал. Темно стало? Двери затворены. Ты затворяла? Нет. Марфа? Ну, здравствуйте, Николай Аверьянович. День добрый, но вам туда нельзя. Там... орган. Нам все можно. Чем могу? А где драгоценный утварь-то? Утварь? Какая утварь? Ну, я же сказал, драгоценные и оклады золотые. По государственной описи 39-го года у вас их 5 штук должно быть. Так время какие пережили. Уважаемый гражданин, считайте, что со времен святейшего патриарха Тихона и до недавних дней все отбирают и отбирают. Какую утварь, каких окладов напасешься? Крестим и то в облупившемся тазу. Знаем, знаем. Тяжелое время. Но вы-то не голодали, м? Папаша? Господь с вами. Это вряд ли. Паша! А этого товарища имели счастье видеть? Как же, как же. Встречались с товарищем не один раз. Вот. И что получали... взамен? В основном хлеб. И за все время 23 ящика мясных консервов германского производства. Да вы должны знать. Я расписки от партизанского отряда той же зимой коменданту передал. Он даже акт составил о временной утрате 2 окладов с целью помощи нашей победе, так сказать. Ну и прочее. И никаких претензий. Хотите, я копии покажу? Нет, нет, не надо. А остальное-то где? Да где? Все на месте, как и положено. Где? Прости меня, Господи. Вот, ремонт закончим, так сказать, ремонт силами прихожан. И все ценности на соответствующие места и водрузим. У меня все надежно. Все сохранено до последней лампадки. Машенька, помоги-ка. Ой. Господи Иисусе. Стреляй! Ну, это медь. Так. Это тоже медь. Ну, все, кажись. Внимательно ощупай. Сейчас. Посветить бы. Да спички кончились. Ты пальчиками, пальчиками. Не надо спичками мусорить. Последнее дело в городе заканчиваем чище. Аккуратность особая требуется. Ну, пусто говорю. Все. Руку-то подай. Сейчас.
А зачем? Добрый. Злой я, Чич. Обозленный. Спасибо за помощь. Здравия, товарищ мэр. Ну, здравия, здравия. Да. Бабулик, две штуки. Настоятель прихода, отец Николай. Аверьяныч, кажется. Фамилию не знаю. Его внучка, вроде бы. И скажите, а чего это вы ничего не помните, ничего не знаете, а? Виноват. Виноват. Где? Что где? Где вы ее обнаружили? Что? Там, на колокольне, на веревках. На колок... Так, товарищ майор, мне с вами идти. Ты здесь стой, внизу жди. Слушаюсь. Запах не чувствуешь? А чем это пахнет-то? А? Кровью, товарищ майор. Детской кровью. Какой кровью здесь все кругом продувается, вон наш сквозняк? Пенька пропиталась и держит. Понюхайте. Правильно говоришь, что пенька пропиталась и держит. Товарищ подполковник! Константин Отставить. Петрович! Есть! Мать честная! Федька! Угу. Сашкин пацан! Так точно. Только вроде уже не совсем пацан. Да вижу, вижу, вижу по наградам, не пацан. Муж! Холостой. Ну, за этим дело не постоит, расхватают. Да кому нужен инвалид без работы? И с этим проблем не будет. У нас здесь такое творится. Да, брат ты мой любезный. Ты в каких воевал? Так разведка. А. Ну, тогда сейчас налево по коридору и на самый верх. Угу. Там в тереме высоком майор Женин заседает. Из Москвы, из органов. Ему люди до зарез нужны. Ну, а потом ко мне непременно. Пока вскарабкаешься, я предупрежу товарища майора. Странный он какой-то.
Но дело свое туго знает. Пропусти лейтенанта. Давай, 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 Федор, давай! Ваши родители маскировались, должно быть. Они погибли. Извините, вы не указали. В каком смысле маскировались? В каком? Скрывали свое дворянское происхождение. Да какое там дворянское? Не скажите. Репнин, Репин, Репников – это все фамилии. Да репа есть репа, ничего дворянского. Да вы не волнуйтесь так, Федор Александрович. Немножечко голубой крови нам совсем не помешает во всей этой рабоче-крестьянской тупизне. Я бы так сказал. Я ведь и сам тут недавно, всего 2 недели, как прикомандирован особым распоряжением. Хорошо, вы вот появились. А куда мне деваться-то? Действительно. Везде от человека пара рук требуется рабочих, а не одна. Да и образование. Первый курс юридического, не образование. А меня дядька, вот, когда он нормальный был, балбесом называл. Так и говорил отцу, зачем у Федьки диплом? Балбесы с дипломом, балбес. У вас рука... А где кончается рука ваша, Репников? Кисти нет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Кисти нет. Человек без кисти... Ну, как-то приспосабливаюсь. Привыкаю. Почему же мы так быстро ко всему приспосабливаемся? Привыкаем. Вот еще вчера здесь гестапо было, а нынче мы. А можно взглянуть? Что? Руку, руку. Вот она. Нет, нет, вы не поняли меня. Без этого муляжа, без протеза. А, что-то вроде медкомиссии? Нет, просто. Не, ну если просто, мне бы не хотелось. Простите. Конечно, конечно. Перчатка, обтягивающая дерево. Весьма волнующая деталь. Простите, я не понимаю. Да прелесть жизни, ее смак складываются из деталей, Федор Александрович. Люди по большей части не умеют их замечать. Вот они поглощают все как одно общее место и не видят прелести. Скажем, капелька крови, свернувшейся в пыли. Кровь видят, прелесть нет. Чего в ней прелестного? Для нашей профессии капля крови – это целый мир. Загадочное произведение, которое надо почувствовать вот здесь, на своих губах. И разгадать через крупицу мира весь чужой мир. Был такой художник Казимир Малевич. Простите, не слышал. Да это не важно. Он написал... Просто квадрат. Черный квадрат. Завораживающее зрелище. К сожалению, не имеющее ничего общего с социалистическим реализмом. Тем не менее, вам предстоит работать именно в таком квадрате. Оттуда, из этой черноты, лучше видно все, что происходит на свету. А разве можно в потемках все время? Нужно, Федор Александрович. Нужно. И давайте сразу о деле. Оно не новое. Я, собственно, и нахожусь-то здесь ради этого дела. Я же узкий специалист. Охотник за бриллиантами. Присядьте сюда. Вот ситуация. В городе на сегодняшний день совершено 13 однотипных убийств с грабежами. Причем жертвами становились, как правило, 2-3, вплоть до целых семей. Еще одна закономерность. Жертвами становятся люди состоятельные. Причем тайно состоятельные.
Разве существуют такие? Сколько угодно, только вот поди вычисли. Сохранились еще за четверть с лишним века. Есть что экспроприировать, это невзирая на все наши указы, приказы и, прошу заметить, законные репрессии. Так вот, преступник грамотный, как он вычисляет свои жертвы, как он безошибочно выходит на них. Тут метод чувствуется, метод. А главное, хорошая мозговая работа. Вот, например, пожалуйста. Был некто Беленков, нищий из нищих. После его гибели у него в каморке, в стене прямо, нашли два тайника. Два! Один уже, конечно, очищенный нашим контрагентом, другой битком набитый золотыми николашками. Видимо, им неучтенный. Или вот еще. Убит заслуженный человек, профессор, уролог. Незаменимая фигура для всех поколений местного начальства, вплоть до фашистского. Убит он, жена, дочка. Что-то я не видел еще эти фотографии. Подождите. И дочка. Я говорил, убиты еще, убиты. Кто убит еще? Вот, настоятель церквушки. И там девчонка, внучка, видимо. Впрочем, все это есть в деле. Все, последняя иллюстрация. Церковный староста осведомляет, похищены значительные ценности. Это все как вызов всем нам. А вот этого типа мы взяли в беспамятстве. Там еще один был участник интермедии. Главный. Я чувствую, тот и решил избавиться от своего подельщика. Ничего, пусть думают, что избавился. Пусть. А этого нам пока врачи откачают. Все, включайтесь в работу. Так точно, товарищ майор, включаюсь. Замечательно. Жалко ведь. Девчушка совсем. Что? Жалко? Конечно, жалко. Да я спать ночами не могу. Как-то какой-то флибустьеришка уводит у меня из-под носа все драгметаллы, ценности, бриллианты, все! Это моя Это наша монополия! Государственная! И никакой конкуренции здесь быть не должно! Ну идите, лейтенант. Оформляйте документы, становитесь на довольствие. Ординарец, проводите. Это с вечера доина, так что спи давай, спи давай. Не надо, не надо, не надо, уйди, уйди, уйди!